Так, хорошо. А Нейма, у тебя ты глазовый, да? Прием. Скрамбл есть? Да. Форест Аксарос глазовый? Форест, ку-ку. Он в чате написал. Ага, и скрамбл тоже есть, да? Угу. Круель. Ты тоже глазовый. Горд Хаур зе Круель. Ответил в чате он. Ага, и тоже скрамбл, да? А что, вы без голоса, что ли? Инумингуард. Да. Со скрамблом? Я на кицуне. А. Кицуни, переходи в сквад электроники. Второй. А бабер точно нам нужен? Так, понятно. А, Иван. Ау. Бобер нам точно нужен? Бобер... Не, бобер вообще не нужен. Лучше на электронику бы сел. Или на цеттера. Так. А, Вирга, а ты на дальнобойном или на клазовом? Клазовом. С дронами. Но дроновый это не клазовый. Но у тебя скрамбл, да? Да. Хорошо. Крекер, у тебя дальнобойный, соответственно. Ну, кадров 60. Ладно. Будешь на винге. Так, ну чё, кто хочет на цептор пересесть? Цептор под компенс и денежку во флот. Самый опытный у нас Макс Новочеркасск для цепторов. Макс, ты здесь? Да. Че, можно цепт? У нас ни одного цептора просто нет. Ну, бжи туда, сейчас ссылку. Полечу. Иван. Ну давай, слетай. Могу кому-нибудь дать хамловый рапидный каракал. Мэн Браун, кстати, может пересесть на каракал. Он его умеет. Видишь, Иван? Сейчас посмотрю. Там во вкладках интерцепторы, ДД и все остальное. Можно посмотреть, кто у кого, какой скилл там и так далее. Следующий цептор. Сейчас на Муа Барм РТ. Ну, по опыту. Потом получаюсь я. Дальше, кто на Кицуне у нас. Ну, в общем, там все видно. Угу. Это хорошо. Так, ганг, проходите в Таму. Варп на ворота в Кидаму. Со стороны Кидамы подоприте гайку в Таму. То есть вставайте в Кидаме, на воротах в Таму в нуле. А кто хочет на логистов пересесть на Т1 под компенс тоже?
Двоечку в флот поставьте. Китсуня может пересесть на Аспрея. Какие магистры нужны, Иван? Любой шелдовый это один. Не любой. Сейчас я сделаю. Хочешь, я тебе сделаю нормальную композицию флота? Ну, сделай. Так что, менять Китсуню на Аспрей? Да. Подождите. Сейчас, подождите. Я сейчас сделаю, покажу. Тебе реконы нужны в этом флоте? Нет. То есть только один цептор и логистика, да? Два логиста. Один цептор и два ты один логиста шелдовый, да. Ага. Какой фит малька? Первый или второй? Сейчас скажу. Посмотри ссылку, Иван. То есть получается, что мне надо и коту-бегемоту пересаживаться на скиты. Второй. Так, а кто сейчас пошел пересаживаться уже на логиста? Скитсуне пересаживаться на Оспрея? Да. Оспрей не нужен. Ник какой у тебя? Инум. А ты умеешь шелдового логиста? Ну, Оспрей в 5, да. А кто у него парой будет? Только ты первый же. Ему пара нужна. Колдырским нужна пара. Так, ну нужен я могу как бустер. Вы не могли бы? Он там капстан. Можно вроде. Крикер поговорит вот буквально два слова, Иван. Иван, посмотри ссылку. Я же не просто так здесь засоряю эфир. Это сокращает время, которое мы на это тратим. Значит, из наиболее оптимальных людей, которые могут пересечь сейчас на логист, это я и кот Бегемот. Кот может пересесть на спрей, но у нас капцепи не получится на спрей, так что аскичай не умеет. Ну хорошо, аскича кот бегемот не умеет? Двоечка. Ну я могу аспрея парой быть. Опт есть, снага флит и метал. Так ты же можешь вместо аспрея там, допустим, сесть на Т1 аналог его. А, он, правильно. Я что-то напутал. Аспрей так ты один. А, ну так, это будет, да, да. Ну давайте, да, садись тогда на аспрея. Вот, крекер, садись тогда на скича. А, но... Стоп. Аспрея должно быть 2, это 100%. Вот. Я предложил свою кандидатуру в качестве второго аспрея. Кто первый? Точку, пожалуйста, поставьте во флот. Я не, как бы, не считаю нормальным сетевую логистику в таком флоте. Вы просто мы... Поддерживаю. Если вам грохнут одного аспрея, у нас будет сразу минус 2 логиста. Мы этого же не хотим, правда? Я вот тоже об этом подумал. Обязательно там он прям так капа зависит? Скич. Да? Он капа зависит. Только не скич, на самом деле, если в таком случае. Оспрей вроде капа независим. Зависим. Ну ладно. Его можно пофитить в капа независим. Ладно, не спорьте. Об этом спорить не будем. А чего вот в табличке написано код бегемот скич, а он мне говорит, что не умеет? Он его умеет. Если там в таблице есть, значит его на нем либо убивали, либо он вписывался в килл. Кот бегемот. Двоечку. Слово за тобой. Он говорит, что он его плохо умеет. В двоечку. А спрей фига. Ладно, забили тогда все. Полетим там без логистов. Единственное, вот с Китсуни. Ладно, Китсуни тоже пойдет. У тебя оптимум на Китсуни какой? 50-80. Оптимал и фолов. А дальность лока? У кого сотни должно 81. А, ну нормально, все. Пойдет. Так. А где мы сейчас находимся? В Таме должны быть собраны? Ганг сейчас находится в Кидаме, на воротах в Таму. Блин. Если что, 33-й бонус не раздает.
Ну, переходите в первый склад оба, из склада электроники. Значит, смотрите. Первый склад это у нас будет группа 1, а склад дальнобойщиков группа 2. Кстати, на складе дальнобойщиков нету... А, вот уже есть склад, хорошо. Так. А, есть кто-нибудь, кто первый раз летит с нами во флоте? Единичку во флот. Я. Двое, серьезно? А раньше летали ПВП? Да. Да. Понятно. Ну, у нас правила, в принципе, такие же, как у всех. То есть флиткома не перебивать, но если вы кого-то схватили во время боя, то поинты надо озвучивать, чтобы у нас не было того, такого, что все там одного схватили, а остальные разваркались. А, значит, настройте все бродкасты. А, так, логистов у нас нету, ладно, пофиг. Еще как бы хорошим тоном считается, если вы не кричите в ТС, качайте меня, там, меня убивают, не называя ник, тем более свой. А даете команду логисту с помощью интерфейса, с помощью кнопки горячей. Вот, там есть такие горячие клавиши на бродкасты. Бродкаст – сообщения внутри флота. Я вам категорически рекомендую их настроить. Бродкасты на нужен армор, нужен щит и нужен капацитор. Вот, если это у вас не сделано, пока мы ждем и ведем разведку, сделайте это. Вот, если не знаете, как делать, напишите в чате, вам подскажут. Во флит-чате или в схватке. Значит, когда я говорю ганг разгон на такие-то ворота, значит, варпить на него не надо. Это значит, нужно правой кнопкой щелкнуть на ворота и нажать Align to. По-русски это будет, не помню как, ну короче, разогнаться на ворота, начать движение в сторону объекта. Разгон. Да. Так, что еще? Команды будут отдаваться либо всем, либо группам по отдельности. Обратите внимание, в окне флота вы разбиты на две группы. Первая группа называется 0-20, это корабли с небольшой дальностью действия поинтов и оружия. И группа 2 это 40+, это те, у кого оптимал 40, соответственно, плюс километров. Значит, группа 0-20 это группа 1, 40+, это группа 2. Значит, когда я даю команду группа 1, двигайтесь туда, то всем туда лететь не надо. Летят только те, кто клазовый, и плюс еще электроника. Понятно, да? Ну, наверное, все. Вопросы есть? Вопросов нет. А, еще, кстати, напоминаю, я писал в рассылке, те, кто дальнобойные, настройте себе вкладку в overview, чтобы вы видели только логистов и электронику противника. Вот. Но это так, если кто не настроил, там, пока время будет на споте, можете позаниматься как раз этим. Так, а где сейчас ганг? Ганг находится в системе Кидама. Линканите систему, ребят. Да, я уже в таме. На воротах в таму они находятся.
Так, ганг, заходим, заходим в таму, варпаем на ворота с джерента в ноль. Группа 1, по касанию проходите Суджарента. Варпайте на Гаманин в ноль. И Дес поставьте себе. Хейдалис. Во флоте в бродкасте. Куда прыгать по касанию в следующей системе? Только группа 1 проходит. Ну я понял, куда. Суджарента. Так. Красный Нумен, Нумен подошел. К тому проходит, проходит сейчас будет. Проходите за ним и убивайте. Цептор, останься в Суджарента, антипроприк. Прошел. Да нет, отварпал. Варпал на станцию. Значит, если видите одиночную красную цель, сразу поинты вешайте. Обновил Дест, новый Дест Хесера. Ганг, заходим в Суджарента все, варпаем на Нагоманин. В Нагоманине по касанию пропрыг. В Нагомании варпайте на ворота в Хасмиджалу. Пока в Хасмиджалу никому не проходите. Цептор с нами? Да, да. Единичку во флот поставь. Добавьте все Макса Новочеркасска в watch-лист. Группа 1, двоечки во флот поставьте, все кроме электроники. Добавьте всех, кто двоечки поставил, в watch-лист.
Группа 1, проходите в Хасминджал, варп на Хесиру 0. Группа 2, оставайтесь на месте. Макс, ты тоже в группу 1 идешь, так как Цептор. Понял. Перейди там самостоятельно во флоте. Группа 1, проходите в Хесеру, хватайте Вексера Неви. Макс, оставайся антипропрыгом в Хасмиджале. Понял. Группа 2, проходите в Хасмиджалу, подоприте гайку в Хесеру. Орбита 20. Дронов выпускайте. Какую гайку подпереть? В Хесеру. Так, он отошел немножко, этот Вексер. Стянитесь к воротам в ноль. Если Вексер к вам подойдет в ноль, голосом озвучьте. Я сейчас отварпаю, пробки кину. Пока сохраняем позицию. Макс, проходи в Хесеру, возьми разгон на Вексера Неви, ну, так, чтобы смог на него варпнуть. Так. Угу. Ну, там он не очень далеко стоит. Есть разгон? Да. Приготовиться. В минус 10 или во сколько варпать? Не-не-не, я сейчас сделаю сквад варп. Белый Протеус прошел Хесеру. Что-то не получилось. Что за хрень? Сквад. Он отварпал. Да, вижу. Блин, хотел сквад варпнуть, а у меня что-то на результат скана и не варпается ни хрена. Не понял. Что за херня? Сам главное могу варпнуть, а склад не могу варпнуть. Как так? Это пропатчили, что ли, или нет?
Никто не знает, что за фигня. Может, надо встать на... За пределами грида нельзя вроде варпать сквад от тебя. А я от вас 70 км. Тогда странно очень. Да может, ты только один сквад можешь варпать, а не все? Я один пробовал. У меня вообще такой команды нет, варпнуть сквад. Блин, а как я тогда буду? Полная ботва. Ладно, разберемся по ходу пьесы. Жалко, сейчас бы зацепили. Ну, придется самому просто выводиться, а потом уже на меня варфить будет. Макс, слетай на Осию, посмотри, что там. Принял. Нам ближе ничего. А, короче, ребят, я понял. Я находился от него ближе 150, видимо. То есть я сейчас вот отварпал, и у меня появилась возможность варпа для склада и так далее. Надо было ближе просто к вам подойти. Что там на осе? Никого. Макс, а посмотри на этих, на беконах, что там творится. На смоловом в рейке были никого. Сейчас на ларжовый сажу. Угу. Ага. 10 лямов этот самый есть на ваге Killrite. Кто-то подойти, да активирует, да. Летите к ваге, активируйте Killrite, да затаклите ее. Да, давайте. Септор А. Макс, возвращайся. Все. Я в Хасмиджале на гайке Тисера. Вот это будет веселуха. Активируй, когда в клазе уже будешь. Сотню прыгай на гайку, будешь рядом. Все, ушла она. Торнад кого? На станку ушла куда-то. Макс, заходи в Хисеру, тут торнадка стоит в 70. Пробуй брать. Скорость, блин, разгоняется уже. Ну попробуй все равно. Отлично. Все. Ой. Что-то как-то она... Как-то она тебя слила-то. Очень интересно. Mm-hmm. Тебе надо было по касательной, наверное, как-то выходить. А у тебя в 5 цептер, да? Да. Был. Ну, вообще не должна была тебя слить торнадо-то.
Ребят, на цели, вот кто на цепторе, всегда по касательной заходите. Там еще одна. Так, давайте ждем, когда сагрится. Орбита 500 вокруг гита, ребят. Так на чем мне садиться? Ну, опять на цептор садись. Так, ладно, сейчас мы отсюда свалим. Новый тест Хидалис в бродкасте. Идем самостоятельно до системы Хири по тесту. В Хири не проходим. То есть долетаем до Хири и подпираем гайку в Хири. Что-то у меня Хири нету. Хири, нету Хири. Нету Хири, да. Ага, нету Хири. У нас идет Нагаминон, потом Деван, потом Флиет. И все, Хидалис. Да, поддержу. А, ну да, вот. Да, все правильно. Значит, идем по десту. А, да, система Флиет. В Флиет не проходим. Подпираем гайку в Флиет. Странно, у меня дест поставился, честно говоря. Значит, смотрите еще раз, внимание, те, кто летает на мелочи, по прямой не топите на торнадки, там всякие дальнобойные корабли.
По идее, торнадка не должна сносить цептора своими большими пушками залпа. Вот, только если по прямой на него топить, совсем уж, тогда и то ей повезло, я считаю. Да, обычно не попадает. Я просто сам как-то с торнадки стрелял в джите там этих красных всяких, вот, которые особо там не убегали. У меня стояла куча сенсор-бустеров, и хрен я там попадал по ним. В смысле, не сенсор бустера, а эти трекинг, какие-то самые инфанси. В аффилит не проходим, да? Да. Убейте, Нипси. Ганг, проходите во флиет и подпирайте гайку в Хейдалис. Форест, ты с голосом? Прием. Так, ребят, давайте, значит, группа 1. Группа 1, заходите в Хейдалис, варп на Иван Руса в 0. Хватайте торнадку. Значит, тут две торнадки. Торнадки хватайте. Две. Группа 1, заходите в Хейдалис, варп на Иван Руса в 0. Единственная электроника на оптимум, сразу варпайте на 50. Группа 2. Группа 2. Заходите в Хейдалис, варп на ворота в Олдман Стар в 0. Там Моа будет, на Моа поинты повесьте. Так, Моа уже не будет. Один только торнадка остался. Так, торнадка тоже свалил. Хоть кто-то остался. Нет. Давайте группа 1 варпайте на ворота в акте. В акте. А группа 2 на флиет. Поехали. Каракал в 20, в 14, в 10. Он белый. Блин, а стояло реально два торнадки желтых, я от них 10 был. И еще Мо желтый в нуле. Но мы тут немножко задержимся, тут есть цели. И тут стягиваться. Куда? Так. Сейчас.
Дрейк красный. Хватайте. Где? На гайке Олдман Стар. Он прошел из Олдман Стар, он меня заблочил. Подождите, подождите. Давай, поинт. Поинт. Ганг, вард на Олдман Стар, праймери Дрейк. Сейчас, может, агра будет его. Варп на Олдман Стар, праймери Дрейк. Группа 2 проходит в Олдман Стар. Он гайку топит обратно. Группа 2 проходит в Олдман Стар, группа 1 остается со стороны Хейдалис. Поинты на Дрейка положите, группа 1 со стороны Хейдалиса. Штар еще белый. Нет, белых штар, не трогаем. Нет, штар левый он прошел. Как поинт будет, озвучивайте. Или 3 единички во флот ставьте, если без голоса. Но. Так, что тут у нас? А, так, весь ганг проходим... Так, сагрился Дрейк? Да, на меня сагрились, каракал. Весь ганг проходим в Хейдалис, праймари Дрейк, секондари... Так, праймари циф. На циф поинты повесьте. Дрейк не отпускайте. Дрейк поинт. На циф поинт нужен. Циф праймари. Так, группа 2 работаем по цифу, группа 1 по Дрейку. Группа 2 работаем по цифу, группа 1 по Дрейку. Тут логист есть, Алгарор. Группа 2 работаем по Агорору. Группа 1 по Дрейку. Группа 2 вешайте поинты на Агорора. Шоу. Они провалились. У Дрейка убирайте уже. Он прошел. Они прошли через гайку. Он же в агре был, вы сказали. Диагрелся. Что быстро. Как-то 400 ДПС не ощущается. Что, убили кого-нибудь? Смотрите, мне четко нужны сообщения, от когда вы приходите на место боя, кто на кого повесил поинты и по кому идет дамакс противника. А не молчание в ответ, когда я вопросы задаю. Ребят, неужели сложно сказать поинт Дрейк? Не, если Дрейк... все молчат, значит никто поинт не положил, наверное. Ну такого быть просто не может. Дрейк в нуле, туда группа целая пришла, корабли. Никто поинта не положил. Положил. Я Дрейк тоже сказал, что поинт Дрейк был. Понятно. Так. Я на циф вот слышал поинт. А на Дрейк что-то... Что-то я не слышал. Тогда говорите по два раза, если у нас со связью проблемы. Так, ладно. Сейчас еще раз попробуем. Сейчас я нам спот сделаю. А всем было понятно, кстати, кто кого бьет? Да. Ребята? Да. Угу. Да, я как подварпал, сразу бросил на Дрейка поинт и стал бить. Ну, не стал озвучивать почему-то. Значит, смотрите, группа 1 это клазовая, а группа 2 это дальнобойная. Я вам сейчас называл разные цели для разных групп. Вот, обратите на это внимание. Значит, электроника, работайте только тогда, работайте по логистам только. Только по логистам работайте. Электроник нет пилотов. Ну как, есть у нас Гриффин и этот самый Китсуне вроде. Варпайте на... Так, на Иван Руссо в 50 варпайте. Это спот. И сделайте букву и возьмите со спота разгон на Олдман Стар.
Опа-на. Кастрюлька. Кастрюля прошла. Целая кастрюля. Давайте, давайте на спот выходите. Сейчас мы сделаем нормально. Так, я уже отварпал. Кто на споте? Единичку офлот. Теперь вот варпайте на тех, кто единичку поставил. Я улетел. О. А вот теперь, ребят. Так. Значит, смотрите, группа 1 на Иван Руса на 70 и хватаете торнадку. Торнадку хватаете только. Значит, со спота на Иван Руса на 70 хватаете торнадку. Иван, я тебя раскочил, извиняй. Быстро, быстро, быстро в клок. Да я вижу. А что ты не на споте? Так по мне огонь пошел, я прыгнул на этот. Не надо было. Ну я понял. Улетай на спот. Торнадо подошел. О, давайте, давайте, ребята, МВД в перегрев, на торнадку натопили, поинты положили. Поинты в перегрев. Давайте, давайте, пока она не разогналась. Она, у нее скоро. Давайте топим, топим. МВД в перегрев, на торнадку натопили, поинты. Поинты. Поинты в перегрев тоже. Орбита. Орбита. Блин. Она ушла. Макс, ты скоро к нам присоединишься? Да я уже тут. Уходите обратно на спот. Обратно на спот уходите. Значит, разводит только группа 1. Только группа 1 разводит. Все на спот уходите. Кто на споте, единичку во флот. Внимание, Макс, варпай на Иван Руса на 100, натапливай на торнадку и хватай торнадку. Варпим. Можешь заранее перегреть ДИС и МВД. А, значит, как только поинт повесишь, сразу орбита, не знаю, там 15. Блин, вот он свалил уже. Чуть-чуть. Зарт какой-то тут, блин, летает. Так, ну давайте. Так, 33-й, ты на чем там? На каракуле. Варпай в ноль на Олдман Стар. Макс, варпай на Олдман Стар, тут Дрейк красный. Ушел. Так, Дрейк на станку ушел. Короче, Макс, крути орбиту 50 вокруг ГИТа. А 33-й стой в нуле. Понял. Макс, как только подварпает какой-нибудь красный, сразу на него топи поинт. Пока он там разворачивается.
Кстати, обрати внимание, тут колдари элит фрегат в рейк валяется. Может быть, кто-нибудь в соспект зайдет. Остальные соспоты разгон на Олден Стар. Тристан в соспекте. Ну, давай поинт на него вешай. И убивай 33-й и Макс. Ушел. Вилата. Давай, без команды можете поинты вешать. Что такое, не лучше? Ага. Я знаю, секунду, что сказал, но я не могу. Вот торнадо подошел, ребят. Пробуй, Макс. Только касательный. Касательный только топи. Падла. Так, я пробки пустил. Разгон на торнадо бери, Макс. Четыреста кошек. Есть поинт? Поинт есть? Да. Ну ты чё? Качканись, кто поинт кинул? Блин, да никто как, не кинул. Как он ушел? Кабы. Макс, а ты на цепторе раньше летал? Да летал, конечно. Не знаю, ты секунд 5 рядом с ним висел, по-моему. А поинт повесил, да? Не успел. Хрень какая-то. А покажи фит цептора своего. Да такой же, как и прошлый слитый. Ну покажи, покажи. Может там все-таки стабы? Ну, если стабы, все равно поинт же видно, что он как бы активирован. Сообщение уже. Он пишет и что. А он отварпывает при этом. Ну понятно, но не было сообщений. Ну линка не фицу. Надо два поинта вешать. Скрам и дис. Так и есть фит. Скрам и дис. Да вроде все нормально тут цвета. Я хз, короче. Может лаганул. Каракал прилетел. Не прилетел, это наш, он отвалился, походу. А.
У меня ничего не отвалилось. Врил, ну, у нас из этого ИСТС вылетел, вот, чем, ну, это понятно. И спута тоже вылетел. Так, ладно, ждем дальше. Надо снова пульт повесить на ковра. Так, ну пробуем еще 5-10 минут здесь и дальше идем. Скорее всего, лаганул у тебя, да. Ты очень долго висел рядом с ним. Секунд 5. А цептор у тебя лучит за секунду. Атрон есть, давай. Да что? Не, атрон быстро свалил. Кто-то проходит, приготовься. Это моя активация. Слышишь, металлический? Оракул. Стоп, приварпал. В суспекте? Да. 74 макс. Проходи. Топи на него. Топлю на него. Поинт. Отлично, на макса. Ганг, варпаем все на макса в ноль. Макс, это единички. Греюсь. Да не надо греться, это самое. Орбита 15, МВД не выключай, и все. Че там? На макса 0, праймари Оракл. Оракл топит в гайку, на него скрамбл нужен. Макс, давай, орбита 5, скрамбл вешай. А это самое. Point. 33-й, бомпани его от гейта. Пробую. Скрамбл. Хорошо, сетки вешайте на него. Так, он дотопит, ребят. Надо бамп. Нужен бамп. А куда он выходить будет? Куда? В гейт он будет выходить? Давайте. Давайте. А, ну все, отлично, кто-то бампанул. Все, отлично. Макс, готовься капсулу ловить. Угу. Хрен. Ушла. Ну ладно, хоть размочилась, как говорится, лутайте. Элеватор, может, кто-то возьмет уже. Там же яйцо. Яйка поинт. Хорошо, убивайте. Дайте дотопить. Все. Какой жадный ломен. Так, хорошо, давайте повторим. Значит, Ганг уходит на спот, на тот же. Он в 20 АУ, не очень далеко. Разгон на Олдман Стар. Остаются Макс и 33-й на воротах. Пентоните хоть Таус. Что там, Оракл?
Блин, как слышно. Хорошо. Из группы 1 кто-нибудь с голосом единичку во флот поставьте. А Нейму, проходи, проходи в Олдман Стар. 318. Говори, если кто-нибудь подойдет с той стороны ворот, понял? Да. Давай. Начинай. А что за дроны? Варьер второй. Вилатор опять. Так это ж наши дроны. Кто-то забыл. Ребят, кто дронов забыл, вернитесь. Point. Подберите, ну убивайте, что, вилатор. На безрыбье рак рыба. Яйку линканите, омен. О, фаст, это хорошо. А, здесь в системе один криминал, два саспекта. Всего 8 рел. Где? В Олдман Старе. Блин. Электроника, сделайте себе под варп спот на 200 колден стару. А, отставить, сейчас Иван Рус вас выведет. Сейчас. Дрону прихватить. А, давайте электроника на Иван Русов 50 варпайте. И делайте спот. И стойте на этом споте. Если кто-то на наших сагрится, варпайте на наших и давайте джамп. Можете даже отползти на 300 и делать вид, что вы вообще не с нами. Это я электронике говорю. Китсуни и Гриффин. Китсуни нет одной. Ее лупнула торнадка. Я пересел на Туракс. Понял. А здесь какой-то явно замес идет. Еще один саспект появился. И Гриффин, да? Сейчас я посмотрю. Да. Гриффин есть. Ну вот, электроника у нас есть. Все нормально. В Олдман-Старе явно кого-то бьют, еще один саспект появился. Сейчас Иван Рус посмотрит. Третий погрелся, пасту не умеет, надо отчинить. Давай. Ну, тут еще один саспект появился. Фаст, ты к нам скоро присоединишься? Один джамп, варпой на хит. Ясно. Фаст, заходи в ОМС, смотри, где цели. На Вилоре нету их. Может быть, на маяке? Сейчас фаст посмотрит. Группа 1. Так, давайте весь ганг. Watchlist, добавьте watchlist. Да, добавьте фаст ворма watchlist. И весь ганг варпайте на Олдман Стар в 0. И подпирайте ворота в Олдман Стар. На Л10 нету. Ничего не остался. Мне кажется, замес здесь в системе идет где-то на... Ну да. Иван, мне в Олдман Старе смотреть или в Хиндалисе? Да, в Олдман Старе, посмотри беконы. Ну, он здесь один всего лишь.
Есть новис Stronghold и есть гланты Medium Outpost. Ну, новис нам не интересен, мы же на него просто не зайдем. А. 33-му отчиниться надо. Паспорт не умеет. Ну так докнись, починись, я же тебе говорил. Понял. Там в этом хеде есть станция с чинилками. Какая-то, не помню какая. И тут на старт под скан два флитстабера русских. А сейчас Тристан будет проходить один хурикейн, чек, тихо. Один хурикейн стоит на медиуме в инсте. Белый, красный? Белый. Не, белый не надо. Но я сейчас его попробую поддоставать. Давай. С этой стороны на гайку пришел Хавк с киллрайтом. Активирую. Сейчас заводчик попробую. Не ушел. Курик ушел на лапч. Попробуем сейчас. Значит, три саспекта. Тристан ушел на гайку латьер. Иван, если сейчас Хурику кинуть на ларджовый наживочку, он может быть сагрится. Три чела одной карпы, менты голенские в агре. В Олдманстаре. Хурик на ларджи стоит в инсте. Да, вижу. Так, ну давай фаст уходи оттуда. Так, давайте, значит, Гриффин, заходи в УМС, разгон на Галанте Лач компаунд. Кто толстый у нас, единичку во флот? Толстый с поинтом. Кто наживкой будет для Хурика? Хорошо, блин, язык сломаешь. Инумин Гуард, проходи. Инум, проходи в УМС, варпай на Лач компаунд и... Стой, просто стой, ничего не делай. Окей. Фаст разгон, соответственно, на... Да-да. На это. Блин, тут еще трое подошли. А, группа 1, заходим в ОМС, разгон на Лач компаунд. Весь ганг заходим в УМС, разгон на лач компаунд. Только разгон. Значит, по приварпу, инум по приварпу начинает них топить. Окей. Куда-нибудь в бок. Бросать джамбов на них? Не-не-не, они белые. Типа ты увидел и... Решил отойти подальше от греха. Понял, сваливаю. Ну не отварку, разгон возьми на объект любой. На солнце. На солнце, да. Лучат. Агра пошла. Есть агра. Да, давай. Варпаем на лач компаунд. Вот и держишь, говори. Топи. Поинт повесь, но топи на МВД в перегрев и оттапливай от них. Давай. Значит, праймари будет стаберфлит. Геннадий пинт. Давай, отапливай. Фаст, возьми второй, возьми этого. Есть Шинкун пойнт, стабер Шинкун пойнт. По приварку на Мику пойнт. Праймари Геннадий Иванович. Праймари Геннадий Иванович, стаберфлит. Быстрей. Джам на Геннадия Ивановича. Шинкун пойнт. Здесь флот Хью-Делиси. Забили. Все на это самое. На лач компаунд. Праймари Геннадий Иванович, стаберфлит. Секондари будет... Как наживка, жива или слился? Секондари Мика... Праймари Мика Мизуки. В какой системе находитесь? Олден Стар. Секондари Шинкун. Держу Шинкуна, держу. Праймари Шинкун. Скажите, если Шинкун будет джам, я скрамблер на него повешу. Хотя он на бэшный, скорее всего. Попробуйте капсулы. Так, Праймари Шинкун. Топит сильно, вешайте сетку и скрамблер на него.
МВД в перегрев, поинты в перегрев. Оружие в перегрев. В клосс немножко идите, тормознуло его. Хорошо. Все, отключайте перегрев. Нормально. Есть перехват цели? Да-да. Отлично. Капсула лочится? Блин, лочится. Даже я почти залочил. Лутайте. Нагайте Алмаста 2 Оспрея. В Агре? Да. В какой? В Хидалисе? В Хидалисе. Танк варпаем на Хидалис 0. А, значит, 33-й... Они еще они в Агре, мы еще прошли, в Агре. Прошли в Алмаста. Хорошо, варпайте, варпайте. Значит, по касанию цепторы на ту сторону, а эти пропрыг. Остальные лочим. И праймери любой, короче. Туда еще прошло очень много дрейков и всякой фигни. Отлично. Мы еще в игре, Иван, мы не сможем подъезжать. О, тут до хрена, короче. До хрена их. Ну, значит, смотрите, по касанию проходим. По касанию проходим в Хидалис. Ну, кстати, искать не сказать, что их очень много, Иван. У них нормально, есть логисты, нормально. Но все... у них из ДПС, а у них дрейк МОА и... Хорошо, типа делаем вид, что испугались, проходим в Хидалис, цепторы останьтесь в Олдманстаре. Подцепите Аспрея, цепторы. Сейчас я приварь бегу. Остальные проходим, проходим все остальные в Хейт, орбита 500, дронов выпускайте. Нет, дронов не выпускайте. Орбита так Аспрея 500. Цеплять? Только цептором. Остальной ганг проходим в Хидалис. Мон, поинты в Хидалисе. Поинты в Хидалисе разложили. Харба праймари, харба праймари. Цепторы антипрофрыг в Олдманстаре останьте. Принял. Поинт, харба праймари. Харба поинт на МОА. Поинт на МОА. Поинт на МОА есть? Харбу держат, нет. Поинт озвучьте. Харба праймари. Поинт на харбу нужен. Есть поинт? На харбе есть поинт. Хорошо, харба праймари, моа секондари. Давайте, давайте, пока. Оружие в перегрев, оружие в перегрев. Электроника по аспреям работай. Оружие в перегрев. Хорошо. Сейчас щедряк пройдет. Долго, долго не грейте. Так. Моа very big primary. Point на него. Моа point. Point на каракал нужен. Моа primary. Моа very big primary. На видрейк подошел. Так, цептора, проходите в хейт, помогайте держать. Агра есть в них, ребят? Есть, да. Навидрейкпоинт. Хорошо. Никита Рабун, Оспрей. Так. Давайте, Агора Рневи Праймари. Может, Иван Логиста продавить? Там 4 Оспрея. Вы реально их рассчитываете пробить? Да, что-то дохера их. Так, ладно, давайте, Аспрей Вегас Праймари. Иван, может быть, всему гангу натопить на Аспрей? Значит, Аспрей Вегас ВМ Праймари, давайте. Электроника, Гришин, работай по логистам. Кто Праймари? Вегас. Так. Фаз дублирую. Давай таргет фоль, короче, по аспреям. Так, аспрей, хорошо. Топим на аспрей, ганг, топим на аспрея всех. Дрейк отпускаю. Натопили на аспреев? Топим на аспреев. Поинты на них положили. Инквизитор праймари аспрей. Никита, следующий аспрей.
Инквизитор Праймари. Никита, следующий. Никита, Астрей. Никита, Никита. Прошу. Минус Мулан. Топим, вытапливаем из их оптималов. Вытапливаем. Никита Праймари, Никита. Никита Праймари. Секондари Инквизитор. Поинты кладите только, ребята, они разварпываются, эти аспреи. Инквизитор. Инквизитор поинт. Давайте, Праймари. Добиваем Никиту, секондари инквизитор. Вы что, не можете добить аспрей? Добиваем. Никиту добиваем. Оружие в перегрев, ребят. Никиту добиваем. Гришин, если живой, джайм других аспреев. Не того, кого бьем, а других. Давайте. Чуть-чуть. В клосс идите к ним, прям в клосс. К этому клосс, аспрею. Клосс. Оттапливайте от дамагеров. Чуть-чуть. Давайте. Ё-моё. Откачиваются. Джамти инквизитора. Джамти хромого зверя. Нет, все, не все, не продавлен. Давайте разваркуемся, все. Ганг разварп. Этот Гришин в последнюю очередь отварпывай, прикрывай. Если кто-то скажет, что его держат, попробуй отжамить. Капсула. Мне кажется, что... Ладно, потом. Так, ну ладно. За что фаст на низком споте? Ага. Значит, на фасте собираемся. Вот. На фасте собираемся, разгон на станцию. Потери во флот. Нормальный размен. У меня только единственная к вам просьба, ребят. А, вот уже, да. 5 крейсеров потеряли. Я просто хотел попросить, Иван, извини, можно я попрошу? Когда вас убивают в процессе боя, да? Вы сразу пишете минус и то, на чем вы. Не надо линковать килл свой, то есть, а просто пишите минус торекс, например, да? Зачем это нужно? И больше ничего, кроме этого, не должно быть в чате во время боя. Вообще ничего. Потому что, когда появляются минуса, то флитком видит, с какой скоростью течет его флот и может принимать осмысленное решение о выводе флота из боя. Это важно. Так.